Так, чё-то не вкурил, чё произошло? Так, все, ребят, я сейчас у вас скоро появлюсь. Зимага с Аверсом уже здесь, и я в игру врываюсь. Зимага против Аверса будет биться сейчас. Ну все, поехали, ребята. Так, почему-то ивент на час сместился. Что ж ты проверил? Ну что, ребят, это бой один пока стадия. Здесь Димага против Аверса, смотрим. Газбарак у Аверса. Вот, поехали, короче. Сейчас проверю, как стрим начался. Да, начался стрим, отлично. Сейчас Twitch еще раз чекну. Twitch тоже должен стартануть уже был. Да, Twitch тоже стартанул, но там 7 человек пока. Так, ну что, реперочек. Реперочек строится. Сейчас полетит он вперед. Все, попер реперочек. Пошел реактор. Димага видит рипера прямо сразу. 6 лингов строит. Мув делается. Газ так, 2 королевы. Он Димаг стандартно достаточно играет. То есть, как бы он пулы первые не играет. Гранатка под рабочую, ничего, Аверсу не убить, будет 6 лингов, на крипе лучше не контролить против лингов, потому что на крипе они быстрее рипера двигаются. Вот мне крипа, если линги оказываются, можно за ними и побегать. В общем, Димага отменяет мув, самое интересное, и заказывает лейер.
это уже очень интересный момент. То есть это либо шпиль, либо Нидус. Шпиль это или Нидус, очень сложно сказать. Здесь вторая королева у нас строится, одна тут рядом с мейном. Каин Екс еще не надо делать. Это Нидус от Димаги, смотрите. Так, а инъекции вообще делать не надо, что ли? Я что-то не понимаю. Ну что, пошел Нидус. Так, ну королева сейчас будет стоять прикрыто. Есть у Аверса темные места? Вот они, темные места. Нидус будет сюда делаться. Поэтому Аверс палит, очевидно, да, как бы. Но один хер ему отбить нечем здесь, этот Нидус, и это печально. Танчик, хотя сейчас танк будет готов один. Точку сбора Аверс не меняет. Зачем, конечно, танк пусть сюда едет. Ну, танк уже мог бы здесь быть. Тут как раз тут эта секунда могла бы решить, если танк чуть раньше бы разложился сейчас. Либератор прилетел. Либератор раскладывается тут рядом с танчиком. Кстати, КСМ-ки очень сильно помогли здесь в обороне. Либератора надо переразложить сейчас. Танчик больше почему-то не делает танчиков. 46-60. Димаг сейчас вперед пойдет. Так, либератор раскладывает. Димага ломится вперед. Первый либератор падает, танчик падает. Здесь еще один либератор. Аверс покидает матч. Димага проходит дальше. Быстро как-то все получилось. Признаться честно. Я буду искать, куда еще ворваться можно. Кубла пока оппонента нету. Так, ну не наших я не буду прыгать даже пока что. Потому что сейчас много наших играет. Надо, наверное, ждать, пока пара Блайо появится. Насколько ждать там придется, я не знаю пока, если честно. Блин, а там пара как раз против, который Блай будет играть, черт побери. TXTV туда прыгнули. А Паша играет вообще? Да, и Паша играет. Так, можно Take TV перестримить немножечко, в принципе, да, там. Думаю, никто сильно не расстраивается, плакать не будет.
Так, у меня надо, кстати, оппонент был. Не надо в игре. Короче, все пока наши в игре. Так, Блайчику отписал, все, на Take-Ti вижу, игра началась, сейчас выведу ее, когда они выведут на полный экран, потому что пока что у них там как-то это все непонятно запилено. Да, ребят, короче, вот. Take-Ti играет пара, которая с Блайм будет там играть. Спред Артур Джой, спред всем. Вот. Чуточек мы глянем эту пару. Angedrückt. Und die Drohnen sind aus dem Gas gekurbelt, zwar komplett. Huch, da ist er ja. So ist es. So und nicht anders. 19 Minuten. Так, сетка в корабле, как обычно, находится. Сейчас тема дня еще ее запилю, потому что, наверное, тогда ее никто не пилил. Diverse Optionen sind da wieder möglich. Eine macht vermutlich. Ja. Das machen vermutlich mehrere Sinn, aber nur eine ist korrekt. Все, запилил сетки. Здесь Зерг против Прус. Революшн против Тео. Победитель с Блайм будет биться. Так, добавил совещание. Не, я только что сам тоже добавил. Все-таки беготня идет. Адептик домой уходит. Линги рядом. Ну, линги ничего тут не нагонят, короче. Там адепт на рампе еще есть. Sporkrollers angedrückt, wir sind zwei Sporkrollers angedrückt, also das Timing in das Oracle sollte auch stimmen. Die Sporkroller werden vielleicht ein bisschen früh fertig, aber da kann man sicherlich nicht meckern. Grüß dich, Neck, Neck. Ja, wenn man da komplett kritisch sagt, man halt, hey, die Ressourcen sind vielleicht ein bisschen früher investiert, als es vielleicht nötig wäre. Aber ich glaube, da muss man sich keinen großen Kopf machen.
auf dem Niveau spielen nicht, dass das jetzt wieder dran wäre. Das Oracle wäre bei zusammengekommen. Ja, Leer ist angedrückt, hier ist natürlich noch kein Spoken. Караклик у Бродсон. Полетел, он там харасит, зерк, Лэйр делает здесь на второй, вообще еще рабов пока даже нету, ноль, просто. Falscher Cup, falscher Gegner. Sick, Boys! Как-то Протса больше, чем Зерга по лимиту сейчас, очень жестко, по-моему. И рабов больше, и боевого больше, не очень хорошая для Зерга ситуация. Но есть атака, есть одна грелка, Оракул летит, отдается просто на ровном месте, чудом выживает сейчас. Грелка тоже здесь особо не поможет, таким количеством крайв вообще Нидус от Зерга. Чуть сегодня первые две игры с Нидусами. Только что Димага Аверса Нидусом убил. И тут Зерг Нидус пытается запилить. Куда будет Нидус? На мейн? Видимо, да. Так, кажется, Блайн вайтит уже меня. Отлично. Опа. Попер Нидус. Это значит, что Протс уже отобьется, как бы, то, что с кем Блай играет. Как только он это сделает, я что-то понятия не имею, если честно. Как здесь Протс отбивается будет. Пробочки выводятся вперед. Что-то лимита у Зерга больше намного. Оракулы падают. По-моему, здесь Зерг уничтожил Протса вообще. Или все-таки Протса отбился здесь? Да ну, как он отбился? MR.Brevarius активировал премиум на ваш канал. Спасибо, MR.Brevarius. Да ну, здесь Зерг убил. Так. А, это и есть Зерг, погодите. Вообще что-то не вкуриваю, как, чё? А, это я другую пару смотрел, ребят, я извиняюсь. Это вообще другая пара совершенно. Revolution Тео, это вообще в другом месте пара была. Это не тот, у Блая другие, Гедавер, там другой Revolution, финский, вот в чем прикол. Ну, кстати, как синхронно они закончили, получается. Теперь понял. Игра приостановлена. Паузу Блай бросит. Точнее, нет, это оппонент Блая.
Игра возобновлена. Так, ну что, погнали. Булай против ГГ Дувер, это Зерк. Зерк из... Сейчас скажу, какой шведский Зерк. Дальше Малькольм какой-то Булай ждет. Ну, Булай такая, по сетке пока я вообще... Ну, то есть, пока вот этот тур, следующий, следующий, ну, тут игроки... Мультиптак, там не фаста, еще такой игрок, не знаю. Ну, это я считаю, Блай не соперники, но должны быть, по идее, как бы, если Блай хочет на хороший результат рассчитывать. Дальше там Бистик будет, конечно, и Касс еще вот в сетке, это да. Ну, посмотрим. Главное, как на халяву не отлететь, Блаю. Потому что всякое может быть, сами понимаете. Блайчик вперед двигается. И оппонент ровно в центре встречается. Так, хорошо, Блай, смотрите, как законтролил. Ну, ё-моё, ну дальше-то что так? Про чему откусил одного линга, гаденыш этот? Королева не спускать, вторая строится. Здесь у нас что? Здесь у нас две короли. А нет, здесь тоже с мейна начинал, да, вот этот тут зерк оказывается. Здесь еще королева не готова. Блай линги две штучки принимает. Один тут по мейну, конечно, бегает, ну че толку. Блай сам бегает по мейну. Два линга лучше увести. Ну куда он? Куда не агрится-то, ё-мо, Блай? Где контроль-то? Так, а здесь на мейне сгрыз. Ё-мо, вот это вот фишка! Вот называется уровень. Еще бы лингами этим убежал, ё-мо, вообще бы нормально все было. Вот, прибежал один линк, одного дрона закусил. Плюс еще оппонент не доконтроливает, просто не видит нифига, блин. Молодец, Блай, но вот эти два линга обязаны были уходить. Их просто нахликнуть домой было, их никто бы не остановил вообще на отступлении. Там 6 лингов были к месту. Блай Эволюшн строится, кстати говоря. Че, Роуч Ворон будет? Да. Еще проход здесь, а не вот здесь. Странно, короче. Вот здесь проход выгоднее. Почему? Вот сюда ближе с него идти, чем обходить всю стенку. Во-вторых, еще можно как бы и... Королевами. Ну, тут Блай полную вообще стенку делает. Королевами заблочить. С этой стороны проще будет, да, как бы, чем с этой. Так, ну, Блай Лэйр пошел. Есть третья хата. Короче, как-то Блай обманул немножко ГГ Довер этот. Блай отменяет Эволюшн, заново ставит. Так. Так, не соперник убил Зеста и Вьяна. Безусловно, по Птаку будет что рассказать своим детям, как он Зеста Бьяна на Нейшн Воре шатал. И это хороший результат. Ну, Роуч и Реваджерами корейцев в онлайне шатнуть. Это нормальное явление, как бы. Но не все так могут, как так. Так, молодец, но против Блая в ЗВЗ, я думаю, шансов там мало. Хотя, если те же Роуч и Реваджеры будут, то... Да, да, Птак что-нибудь сможет. Но Блай может своим сверхагрессивным стилем сыграть. Птак всегда был деревянный в контроле. У него как бы и в первом старике, я помню, еще там АПМ был, там, ну, маленький какой-то. То есть, изи был Птак, фраг всегда. Здесь что-то много лингов выходит. Блай плюс один с Роуч. Сейчас будет хату, конечно, надо просто отменить. Блай отменяет, молодец. Роуч все больше и больше, все нормально. Тут, правда, тоже Роуч начинает строиться уже. А вот Оверсира сливать ни в коем случае не надо было. Нормально, увел, молодец. Так,
Теперь можно и выход сделать роучем, кому сейчас доделается угла. Надо камни убить здесь просто, Блаю, как бы, и все нормально будет. Минус нулинга. Камни пробей, Блайчик, что ты тупишь? Да, вот сейчас пробивает Блай камни за пару залпов. И все, можно смещаться вот сюда спокойно. Там королева с энергией стоит на рампе. Ну, прибежал зерк, ну. Сейчас потеряет несколько лингов. Надо хату прикрыть, что-то зерк тупит здесь красный. Отдается вообще. Блая еще роуч строится. Нужно идти вперед, не париться. Блая 20 лимит, он уже в плюсе, плюс 2 делает, все в порядке. Так, тут Блай заходит. Кстати, сейчас не повезло Блаю, оппонента плюс один очень вовремя сейчас доделался грейд. Ну, Блая больше. Блая больше здесь, и это для Блая замечательно. У Блая тоже есть плюс один, то есть линги обесцениваются здесь очень сильно. Их эффективность, потому что они гибнут быстрее намного не с трех, с двух ударов. Блай дожимает здесь, судя по всему, еще бы Реведжера бы подморфил бы Блай, вот, когда атакует его оппонент, да? Еще 4 роуча стоят, они, кстати, хорошо помогли бы там за месяц, на самом деле. Фаербольчики по личинкам пошли, ну, кокона Блай не выбил, но личинку зато выбил одну. Вот начал Реведжеров морфить, молодец, 900 что-то минералов у Блая скопилось прям. Это реально много, но это победа Блая очевидная, да, как бы. Сейчас еще и плюс 2 подъезжает. Четыре надо фаербола, чтобы убивать кокон из 200. ГГВП угорает, ГГДовер. Большой фанат, говорит, Блая, зерк. Ну, молодец. Стиль Блая многим нравится. И желает удачи. Респект таким парням, как этот зерк, в общем-то. Так, Минато с Канджи будет биться. Браток Вилшина ждет оппонента. Минато с Канджи уже бьется. Так, Варди что-то там ждет. Ну, Варди наверняка не наших ждет, поэтому я пока не буду за иностранными кастерами прыгать никуда. Димаги оппонент есть, мерчант какой-то, кто такой мерчант. У него какой-то флаг необычный поставлен, но это там некоторые ставят флаги for fun просто какие-то. Блин, Димага уже начал с мерчантом, с этим. А, у Блая Малькольм есть. Давайте к Блаю дальше прыгну. А потом уже там после Влая-то посмотрим, браток там может кто-то еще доиграет. Так, ну что, Блай против следующего игрока, я не знаю, как там. Кстати, браток теоретически, если Чимината, если Канджи выиграет, он теоретически может братком играть. Но там Лиликанин еще, который тоже игрок очень неплохой. Браток сейчас шатать может их всех. Минато браток, я посмотрел бы, конечно.
Что-то Мальком этот не идет пока. Что-то Стрэндж не играет в последнее время. Там у него учеба, что ли, его за это. Попил, животе забурлило, блин. Здравствуйте, все ребята, вот. Всех приветствую. Помните про подишку. Отключайте озвуки. Рекламку мне надо пилю, сейчас попозже окно открою, солнце как раз садится, прям в глаз светит. Подписывайтесь на премиум, по реквизиту встанет через плеер, поддерживайте. Ждем следующую игру от Блайчика. Вот, ну и может другим будем тоже врываться. Что-то чела нет, что ли, этого. Так, ну ДНС. ДНС проиграл, кстати, оппоненту Блай следующему, а ДНС-то просто неплохой. Как вы помните, вчера он 4-0 Стрэндж нагнул, между прочим. Так что тут интересная пара будет играть. Сейчас, как ни крути. Правда, не знаю, кем этот Малькольм играет. Вообще ни разу его не видел. А вот он, Малькольм, нашелся, дружок. ГМЛ-чик, кстати говоря. Зерк тоже. О как. Для Блайзова за это круну. Его тема. Вот. Так, Наруто заходит.
Все, готов Малькольм, готов Блай. Сейчас, ребят, я просто реально на минуту-полторы отойду. Вот. Что-то как-то прихватило. Живот мне, блин. И вернусь к вам. Просто ФП поставлю сейчас, чтобы игра была, как бы, чтобы не пропустить ничего. Технический момент, короче. Королева создана. Так, ну все, я здесь, ребят. Успешно создана. Вот и солнце как раз почти село. Ну там туча еще, может, выйдет чуть-чуть. Короче, ребят. Блай тут увера принимает. Что за размены были? 6 линга Блая, дрон... Ага, дрон 3 линга овер. Ну линги разменялись не очень, но королева овера сбила. Так, тут роуч ворону Малькольма этого. Ну, supply блок, ё-мо. Вот как готовит пуш и просто такой... Пфф. То есть тут еще просто должно строиться 5 роуч и 11, а овера нету. Еще одного строят все. Ну, что за чушь-то, блин? Личинок просто дофига. Короче, сейчас Малькольм на этом моменте потерпит, я уверен.
Так, вот на халяву Блайм Алькольму королеву убил. Гроучий Блай, судя по всему, еще не заметил. Где они вообще стоят все эти... А, они уже вперед пришли, пошли. Уже пришли они к Блаю, эти роучи. Ну, у Блая своих заказано 9 штук сейчас, по-моему, было. Королев нужно увезти сейчас срочно. Выходит от Блая первый роуч. Здесь Реведжер морфится из демедженного роуча. Третью Блаю придется отменить. Эскейп нажимать сегодня не модно, говорит Блай. 2017 год, год. Год отдачи хат, ё-моё. Королевы падают, дайте сейчас Малькольм проблеет Блая еще. Да? Не, ну пробрить не пробреет, но, блин, как-то он бодренько тут зашел, я вам скажу. И честно. И даже, может быть, и пробреет, потому что что-то у него лингов здесь много осталось. Так, фаерболить надо Равагеров. Да куда ж ты, блин, между двумя и второго тоже фаерболил бы, блин, тогда. Так, линги у Блая вышли, Реведжер убивает, 66-48, нет. А прикиньте, Блай бы еще бы контролил нормально. Хата бы отменяла ТД. Привет всем, кто недавно пришел. Так, прибегает Блай третью отменять у Малькольма. Тут рядом лингов много очень. Малькольму тут скейп жмет, между прочим, в отличие от Блая. Ну все, Блая больше по лимиту, Блая ЛР здесь нифига нет вообще. Ну, это видно, что уровень игры разный, то есть как бы вроде Блай прогорел, но у него все лучше. Как бы. Потому что на опыте, потому что знает, что дальше делать. Так. Сейчас эту хрень отсюда подвину, чтоб не мешало обзору на диван. Все равно сегодня спать так и не лег после того, как встал в 11. Придется пораньше лечь просто. Аверочек залетает. Получил 2 фаербола. Улетает. Ну, Блай добивает его. Минус овер Малькольму. Лимит Малькольма такой, как у Блая. Но он что-то там улынет, походу. Он сейчас... А, да, он строит чисто роучи. Реведжер собирается пушить, короче, Блая. Плюс линги без леера, собственно, не строя вообще рабочих. Ну, а у Блая третья хата. У него, правда, вот ошибка Блая, что он плюс один не делает. Видит много лингов, а плюс один не делает. Так, королева минус на мэне. Блайчик делает, королева минус на второй. Малькольм вообще не готов сюда. И унижаются дроны на второй базе, короче. Блай что-то разбушевался здесь. Все дроны минус, короче говоря, там 16 осталось. Блай 33, 8, 68 по лимиту. Короче, очевидно, что у Блая все ок. Я не знаю, что он так боится. Че он наверх-то уж там... Блая больше, он наверх ушел. Он что-то переоценивает сейчас, по-моему, силу оппонента своего. Так, Малькольм тут дронов, значит. Ну, с 13 рабочих дронов особо не подстроишь. Так, здесь все отменяется Малькольмом, то, что у Блая строилось. Заходит Малькольм на ХГ, получает фаерболов несколько штук. Блай кидает очень много фаерболов. ГГ пишет Малькольм. Но Блай выманил его. Все-таки тот понял, что надо врываться. Там еще линги просто в контратаку ваши зашли. Не фаста птака Блай боялся. Уже не фаста птака нагнул. Я же говорю, птак не дико сильный пацан. Канжи нагнул Минато, нифига себе. Браток тоже оппонента ждет.
сортов со снутом, кстати, попался. Там ЗВЗ плотненькое такое. Так, Тру сегодня, смотрю, играет даже. Ну, сейчас можно будет Блая посмотреть и потом чего-нибудь другого. Оп, Канин с братком будет играть, может, Канин и братко. Бла, не знает, кто там, там не фас, сейчас браток просто будет играть. Соул Димага. Слушайте, я походу Димага Соул посмотрю. Так, давайте Димагу посмотрим, короче. Оп, Сильвана по... Поздравляет Блая с днем рождения, а Блая Миша сегодня, да, день рождения, впрочем. И он играет Гоуф войска. Красавчик Блай. Вот это подход правильный. Рабочий подход. Чё-то Димага, короче, не отвечает нифига. Здорово, RGT. Так, подожди, Димаг, мне кажется, у не фаста этот почему-то зерк. Хотя, может, он и не зерк.
Браток, чё? Так, чё, к братку прыгнем пока тогда. Привет, Хонарт. Если ты про Гоф ОСК, то он только начался буквально там. Минут 40 идет. Меньше даже. Хотя не меньше, минут 40 идет уже точно. Ну так, пока еще ничего такого сверхъестественного не посмотрели. Так как Димага не отвечает, короче. Пока к братку прыгну. Не надо мне всякие вопросы задавать, особенно про Nation War. Можете открыть сетку, посмотреть счет, по счету решить, там, калитку, не калитку. Запись в группе ВКонтакте выложена. Смотрите, короче. Димага отшел от компа, но пусть бьется. Димага уже что-то... Мы уже у Паши, короче, смотрим. Канин против братка. Браток 2 газа. Канин пока через один играет. То есть это рипер цеха. Факта. Вот. Будем надеяться, что Димага солом шот играет. Хотя оппонент очень сильный. Завершено.
Так, ну реперончики полетели. Паш вперед летит. Здесь у нас что? Здесь у нас вообще реактор первый, что ли? А, нет, через рипер реактор, бру. Рипер реактор факта, ЦЦФ, уканина. Паша будет, я уверен, в Рэвина играть достаточно быстро. Сейчас очень многие так играют. Так, ну Рэвиночек пошел. Здесь реактор у Паши цеха более поздняя. Здесь уже орбиталка сейчас будет готова, здесь ток-ток цеха будет заказан. Это говорит о чем? О том, что... Так, хорошо, что минку сейчас Паша заметил. Это очень важный момент. Так. Сканет сейчас, братка, Канин. Ну а как? Здесь есть только гранатками или пытаться выбить эту фигню. Так, Рэйвен летит вперед. Тоже минка у братка идет. Блин, вот эта минка очень важный компонент здесь обороны. Надо что сделать? Надо просканить и выбить все. У циклона 6 ренжа, то есть просто... Минке придется уходить за депошечки. Канин уводит, кстати, ее за депошку. То есть получается, что и сканить не надо. Паша здесь. Да, здесь тоже минка копается. На рампу заходить и прессовать рампу, братку, сейчас. Надо ли было спешить так с автотурелью? Вопрос, конечно, хороший. Я вот что-то не уверен, что надо было прямо так вот спешить жестко с автотурелью. Паша. И чё он забоялся? И минку-то ближе можно было подвести. Секунду не успел Канин подъехать. За этот саплай-блок получил. Вторую депошечку можно шатать сейчас. Чуть-чуть браток не шатает. Второй Рэйвен летит вперед. Строится танчик. Здесь Сеха тоже уже грейдится. Газ пошел. Ну, Канина все пока лучше. То есть братку нужно сейчас обязательно демешку это нанести. Ну, когда у него будет танк, вот сюда он приедет, у него вообще нормально все будет. Почему-то все стоит, я не понимаю, почему все стоит-то? И зачем здесь армию держать-то какую-то вообще? Так, Рэйвен как-то там к мейну полетели, судя по всему. Здесь вовсю строится третья цеха. Ну, тут просто такой блок небольшой получается. Ну, сейчас Рэйвены долетаются, Викинг прилетит нафиг, накажет Рэйвенов. Так, неплохо, неплохо. Ну, у Канина все равно значительно больше рабочих, чем у братка. Сейчас еще на два Рэйвена энергия будет. Ой, на две автотурели энергии будет. Здесь минка по кому-то бомбалейла сделала. Минуснула кого-то, кого она, кстати, минуснула. Викингов не погибало, судя по всему. Канина минка, что ли, вышла, я не знаю. Так, уходит браток домой. Бах! Бах! Хорошо! Две автотурели. Хорошо Паша шатает, прогоняет Канина этого. Ячк, подчеркивание, брики активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Джек Врайк. Так, тут браток вперед идет. Куда ты попер, Канинчик? Канинчик. Дорогой. Танчиков нет, ничего нет. Похоже, что Паша минусует Канин. Посмотрите на лимит 50-18. Куда там, ё-моё? Только не бояться, не бояться. Заходить ближе, как можно ближе. Танчики в Си-Джонс. Заходит Паша. Лефошечки начинают падать. Здесь есть автотурельки. Две ставятся сразу. Нужно ли спешить так с автотурелем? Постоянно вопрос у меня возникает. Дает-то мне, что нет. Старпорт упадет сейчас. Безусловно, стимпачится браток. Минусует старпорт.
Надо завести танки на ХГ просто. Чё бояться-то уже? Заводит браток танки на ХГ. Марики со стимом. Рейвена 2 живых, правда без энергии вообще оба. Сканит Канин в очередной раз. Здесь жесткий прирост вперед идет. В это время автотурели везде братка напрягают. Но он рабов отвел, кстати говоря. Канин еще здесь супер депошечка плотненько такая есть. Симпатичный браток, на муви идет вперед. Танечки си... А нафиг сижится-то так было? Более донные битвы я не видел давно, блин. Со стороны Паши. Что он делает вообще? Ну все равно здесь прирост. Хорошо, вот прирост пришел сейчас сюда. Пришел, засижился в КСМ-ках и еще под танками. Ну ё-моё. Щиты делают? Да, щиты сейчас будут готовы. Плюс один на био есть. Канин мех игрок старый, добрый. Он к нам уже танк. Не на мой, браток отдал танк сейчас. Тут два Рейвена Канина просто достали. Два викинга нужно поступить. Блин, самый прикол, что Паш сейчас изи может проиграть. Посмотрите. Рабов больше, все больше. Цеха третья есть. То есть просто вот этой своей провальной битвой браток сейчас дает шансы просто гигантские Канину на победу. Рейвенов не выбивает, ничего не выбивает. Ну что за чушь вообще? Медивак, давайте, да. В 2017-м 20 хп будет летать медивак здесь. Костарпорту-то Канину столько, 4 штуки. Что-то он оборзел. Неужели непонятно, что Рейвены здесь висят? Ну один точно... А один точно может здесь сидеть. Демяга выиграл соло. Демяга красавец вообще тогда, значит. Пять Рейвены прилетают. Один залетел минус мусор. Второй автотурель поставил. 80-85 полиметров. Ну давайте не будем рабочих отводить. Паша, что за хрень вообще? Еще и автотурель забрал. Викинги вообще непонятно где летают. Здесь две автотурели, три автотурели против викинга. Хорошо. Ой, как по Рейвену жахнула минка. Дэмэджа больше КСМ-ку своим Канин нанес. Но Рейвенов двух минуснул, у братка больше нету Рейвенов. Здесь просто дичь какое, все демеджено. Если дроп зайдет, потом будет больно, конечно. Ну а Рейвен Канина спокойно улетел, от браток третью ССХ ставит. Ну, лимиты близкие остались, как бы. Но био против меха, вот в такой ситуации сейчас Канин в третью базу может выйти. Да. Инвиз баншам, что ли, я еще не понимаю. Да, судя по всему, инвиз баншам. То есть 4 старпорта банши хотел Канин сыграть, похоже. То есть банши с мувом харас. Другого я варианта здесь даже и не вижу-то, собственно. Так, плюс 2 медивак. Куда поле? Вот сюда мне надо прилететь. Здесь сюда можно в мясо, надо все вылечить. Сейчас уж братку просто еще 2 медивака отстроить, 4 медиваков дроп сделать на Канина просто. И он не отобьется нафиг на вторую базу, если этот дроп сделать. Гелика минус. Сканит Канин. Медиваки не видит здесь он с армией. Вот они сейчас прилетят. Здесь Марик со щитами даже гелика этого расковыряет. Так, викинги, брат, как вот там полетели? А вот баншак, смотрите, летит в лапы братку прямо. Инвиз, скан есть? Есть, конечно, скан у Паши. Минус банша. Ну и здесь площадь с танками, третью цеху, все. Там отожрался Паша. Четвертую занял. Танки поставил, так что до рампы не достает. Зато надо выходить сюда, чтобы ЦЦ-ху посадить. Вот в чем проблема. Так, прилетает банша. Браток куда-то уходит. Главное, он уходит-то, не понял. Скан минус банша. И браток уйти решил?
Ну чё, зачем танки Сиджи-то сложил? Хотите с Либератор? Да, тут Канин рано или поздно вытеснил братка в любом случае. Еще одна ванша летит. Туретки есть? Да, здесь прям две туретки. Сейчас Канин прям на них и прилетит, собственно говоря. Этой баншой на две туретки. Хорошая оборона это называется. Так, ну меня беспокоит, что здесь 2-1 сейчас будет готово. У Паши 1-1 био. Это очень фейловые грейды. Медивака как было два братка, так и... А нет, тут еще два есть. Надо дропаться, дропаться надо. Сейчас он обнесется туретками против меха 200 в 200 драться. Да ну, это не, вообще не, не очень хороший расклад. Подходит братишка. Грохает Мариков в двух медиваках. Так, застимился, кстати, стимленов уже на танку и грузит. Наркоманов. Они танк разбирают очень быстро. Здесь подсветки нет на КГ. На второй базе нормально Канина, браток, разваливает. В это время тут какие-то попытка на третью базу выйти. И, ну тут хорошо развалил рабу. Летает викинги, одна единственная ванша. Рейвен ставит от турели. Рейвена бы минуснуть, браток не минусует ничего. Так, здесь марики заходят на лом по второй базе. Танчики выбивать там депухи. Здесь надо вот этот танк было фокуснуть, то А2 бы погибло бы, короче. Браток еще не фокуснул. Банши, Так, медивачик танк увозит. Можно было из этого высадить в этот, конечно, но это совсем уже какой-то... Джейсон Стэтхэм стилема. Не знаю почему. Перевозчик, потому что, наверное, какой-нибудь... Так, Либератор есть здесь. Офигеть, вроде и в рейнджик-то СМ-ка не вошла, только там ножичкой вступил, он сразу минусует Либератор этот. Так, Либератора минуснул, браток. 139-108 по лимиту в его пользу. Надо дожимать, дожимать надо Канинчика. Канинчика нечего здесь на самом деле давать ему оживать. Тоже мародеров много. Тут лоб можно пробить, здесь ничего нет вообще почти. Ну как? 6 танков, а ту часть не в Сиджи, как бы, поэтому... Сначала забоялся, браток, потом увидел, что танчиков-то две штуки. Попер вперед, минусует все. Ну, нормально, четвертую не дает занять Канину. 141-197, 2-2 грейды на технику. Что, я не знаю, братку бы какой-нибудь свич бы в воздух. Сейчас батлов сюда добавить, я не знаю. Цеха перелетает. Все-таки на четвертую. Браток стимится в очередной раз, идет вперед. Танчики засиджить можно было бы. Браток что-то этого не делает. Ну он пробивает все нахрен, короче, здесь. Бегает, пишет Канин. Прошелся маршем по Канину сейчас. Паша. Так, ну Димага типа с китайцем каким-то играет, а кто это такой на самом деле, я вообще без понятия. Блай с Бистиком, кстати говоря, можно посмотреть сейчас Блай Бистика. Канжи с братком будет играть, браток изи туда проходить может.
Ну что, Блайбистик, Димага против китайца. Я думаю, Блайбистик. Все, можно сетку подрезать. Тут браток Канжи будет сейчас. А, Бистон Касса убил, кстати говоря. А, у Блая Бо 3 уже. И у Димаги Бо 3 уже. Что за китаец? Вообще не знаю. Димаги какой-то китаец, типа. Сейчас посмотрим. Брейвхарт Роучмен. Кто это? Я не знаю. Может, кто-то шарит. Не знаю, кто такой. Вообще хз, ребят. Ну, у Димаги, если он пройдет дальше, будет ЗВЗ потом в полуфинале, если пройдет. Потому что там Гуру, Sword of Snoot дальше идут. А браток по сетке Бла идет, причем что у него? Канжи, Блючис и Зиги, все проходимые пацаны. То есть тоже изи до полуфинала может дойти, как я вижу это все. Почти 2-300 игр у китайцев. Китайцы там с Димагой, который играет. А, тут же черкать уже надо, а не карты. Так, пошел инвайт. Ой, это Димаги. Оп. Так, погодите-ка, как бы, где Димага?
Так, ну что, демаги удачи, но ЗВЗ немножечко приуныло, вот. Димагу посмотрим в полуфинале, если да получится потом. Потому что дабла... Чуть китаец много очень отыграл, правда. Дабла, правда, там долго. Точнее, дабла будет долго, браток Канжи еще, браток с Лючизом должен будет сыграть. А у Димаги там много, все будет. Ну тут что-то я смотрю, зергов прям так много прет к финалу, что аж как-то не по себе мне становится. Прыгаю к Блаю. Я в курсе, что тем более Димаги есть стрим, так что смотрите FP, я Блая пока посмотрю. Димагу посмотрим, достала ЗВЗ, надо посмотреть не зеркалку. А вот она как раз таки и подъехала, Бистик против Блая. Первая карта, Ньюкирк. Паш, там ТВТ с Канжи, Блая пул первый. Здесь стандартно, в общем-то, через барак газ. Через газ барак, то есть соточка будет. Это рипер ЦСХ факта будет у Бистика. Блая пул первый, хата. После пула сейчас два линга будут оббегать, соответственно, вот как-то так вот сюда. Шел рипер, да, сейчас ЦСХ. И фактурочка. Или сначала прям фактурочка. Не, сначала ЦСХ. Тосов, да, нет, но сегодня каких-то сильных тосов, видимо, не играла. Улучшение завершено. Смерть на пороге. СМ готов. Пристройка завершена. Так, все в игре. Чуть-чуть отвлекся. Здесь. Так, гелик. Сейчас что-то минка строится. Зачем минка строится?
4 ленга здесь все было. А есть, пытается мула подкусать сейчас. Мула не надо отдавать, конечно же, Бистику сейчас. Он, собственно, ничего и не отдал. Лаба на бараке пошла. Под старпорт или нет? Видимо, да, но тайминг вообще кривенький такой был. Хотя, не смотрите, медивак построен, передроп гелика минок будет. Две минки, два гелика будет дропать Бистик сейчас. Так, залетает Рипер. Ну, пожалуйста, лейер спалим сейчас быстрый. Нужно это было делать? Нет, конечно, Блайо. Рипера минуснул. Газ добавляется. Но это не Нидус, это шпиль. Если Блайо особо нечем. Кстати, если Бистик сейчас с Хлоботпуш играл, Блайо бы отлетел бы, блин, уже. Две минки Бистик загрузил. Еще два гелика строятся. 10 лингов у Блая плетка. Ну, тут две королевы, три королевы, два линга есть. А минку чем отбивать? Минку нечем отбивать. Блин, что-то как-то... Ну, кофе какая-то странная. Самочувствие у меня. Очень. Так, дропаются две минки. Это провал. 5 и 3. 8 дронов Блай только что теряет. Бистик унижает и вторую базу. Это КГ. Ну как так можно, Блай? Что ж ты творишь? А здесь уже не вытащишь. Хоть что твори. Хотя Бистик мех, насколько я вижу, играет. И похоже, что можно вытащить. Залетает бай. Увидел барак, он интересно. Да, увидел барак. Барак без лабы, здесь стенка как бы. И так, куда продакшн-то делся? Вот он, продакшн. Две факты пошло. Да, что-то Блай как-то здесь расслаблен. Сыграл 16 дронов в самом начале, когда выжигают. Это я просто дичь полная. Ну, против меха шансы есть еще небольшие, но 30 цехи, как бы, здесь уже вообще жесть. То есть, третий сейчас спокойно сюда перелетит. Два реактора, две факты на реакторы, что ли, нифига себе. То есть это будет сейчас выход какой-то от Бистика, циклона, не циклона, а гелика турами просто, по-моему. Вороток раскатал, вороток молодец, осталось блющиза сейчас наказать. Я попытался ленгами пробежать, не очень, мягко говоря, удачно. Что-то у Блая тут Роуч Ворон, что-то у Блая... Так, шпиль есть, еще Блай не хочет мутки заказать. А, ну тут два тура, викинги, короче, туретки. Не, мутка здесь, да, мутка что-то здесь вообще не зашла бы. Есть только штук 15 сразу прилететь, закрошить. Викингов, туров с идеальным сплитом, как бы. Ну, сплита может быть не идеальный, короче, и та будет минус вся мутка просто. Хайф уже у Блая пошел. Очень ранний хайф.
Пуми, возьми телефон, это он. Алло, это слон. Не, спасибо, телефон. Телефон-то мамин, поэтому все нормально. Так, 120-140, либератора была минусу, пару дронов забрал, не помню, будет шпиль или что, была из себя раздела. Чуть четвертая хата не стоит, суть четвертая сейчас поперла. Либератор летит, была видит его, кстати говоря. Ну нет, могли бы попасть, конечно, теоретически фаерболы, но не попали. И либератор сныгался. Так, ну неплохо, фаербулы Блайт тут ставит. Вроде как от... пока сдерживает давление это, но если сейчас придет сюда тиран, то все, это минус база будет. Ну что Блай ушел-то? Нормально стоял снизу, взял, что-то ушел. Так, два танчика забирает здесь, неплохо. Вайперы есть? О, это хорошо, что вайперы есть, надо притягивать. Слишком много танчиков, боюсь, что-то Блади все равно будет не отбиться. Хата падает понемножечку. Так, ну 150-150. Какая-то непонятная ситуация складывается. Вроде у Блая третий, у Блая нет технологий совсем. А что Блая делает? А, то есть ничего кроме вот так вот ломиться не Блай. Завалены камни. Не, это ГГ, все. Это последним был вообще в никуда, короче. Зачем он тут на ломбу, я вообще чуть не понял. Хотя у Блая не очень хорошая ситуация была, но лимит-то боевой нормальный был. Зачем на стационарно стоящие танки было ломиться, можно было обойти в тюк куда-нибудь. Все, базы не было-то. Ладно, если база была здесь, тогда. Но базы не было, обойди сюда, прими прирост, тут на эту базу напади. Там вообще ничего нету, у бистика в тылу вообще. Умудряется Блая здесь слить, но... Виновато начало, в первую очередь, просто унижение идет оверов. Скоро у Блая саплай блок уже будет. Не, не будет, королевы вышли, нормально все. Так, тут либератор наглухо заблочил третью. Третья атака убийстика готова уже, то есть просто дэмэдж немерено наносит. Сейчас она будет готова.
19.31, 21.34. Без сиджа. По обычным 21, по бронированным 34. Танк даже без сиджа наносит такой дэмэдж, как бы. Вот. Ну, а сиджем больше гораздо. Минуснул таган круче. Здесь газ что-то горит. Блай пытается тащить еще тут, как бы не сдается. Ну, грейды 1-0, провальнейшие грейды. Во-первых. Во-вторых, нет перспектив особо никаких. Единственная перспектива — супер фаербулы какие-то напопадать, чтобы они убили все просто. Я не знаю, но это печально. На таком уровне как бы это не перспектива. Можно где-нибудь посмотреть вчерашнюю игру Стрэнджа? Да, можно. У меня на компьютере можно. Ну, либо когда ее на YouTube выложу, эту игру, тоже можно будет посмотреть. А это после стрима произойдет. Я начну выкладывать не раньше. Так что завтра смотри. ВКонтакте. Или на ютубовском канале. 1-0-1 Блэй проигрывает. Надо тащить. Так, Дима в игре. Гуру Снут, Снут Суртов, Адалия, Блэй Бистик, Браток Блючиз, короче. В четвертьфиналах аж целых три игрока из СНГ. Блай, Браток и Димага. Вот такие вот дела. Каз где-то там по пути отлетел. От Бистика, кстати говоря, с которым Блай играет. Так, начало матча пропустил, значит, все пропустил в предыдущем матче. Вот, вторая игра, поехали. Газпул у Блая, и, возможно, он сейчас сыграет в ранних роуч на этой карте. Ну, не факт, конечно, что будет именно так.
Так, ну Роуч Ворон углы оставится, причем... Причем не видел этого сейчас Бистик. Так, один линк за КСМ-кой, а один куда-то непонятно куда побежал. Димага в полуфинале, отлично, отлично. Снулгуру там будет против Димаги биться. Так, с минус реперочек. Заходит Блай на ХГ. Проблемы здесь у оппонента Блая намечаются серьезные. Причем и... Так, минки нет. Овера надо подвести сюда, зафаерболить, да похи просто. Чё Блай оверот не хочет подвести? А, минка здесь есть. Ну все, минку пробрил Блай. И идет на хайграунд. Смотрите, тут Бистику. Фаерболит реактор сейчас, убивает. В итоге Бистик отбивает, смотрите на экономику, 37-23. Так, на бараке реактор, ну... Пока вообще непонятно, био или мех, но скорее всего мех. Сейчас Бистик будет пытаться овер разобрать и заберет, что овер слишком медленный. Два. Да, сейчас циклоны по воздуху, конечно, немного дэмэджа наносят, но и этого достаточно. Единственный шанс куда-нибудь из вижена ренжа выйти было для Блая попытаться, ну, прямо вот сюда лететь, наверное, к его. Ну и скадывайте в описании канала, добавил ссылку. Так, оверсир на мейн попёр. Так, здесь минусует Баншу, Блай, циклонов, гелионов. Короче, в этот раз для Блая начало гораздо лучше происходит. Сейчас еще 7 муталисков Блай закажет. Здесь даже... А, не, вот инженерка пошла. Видел Бистик вообще, что шпилю Блая там? Не, не видел ничего. 8 муталисков заказывает.
Ну, ему фроучем пошел. Сейчас блаймуткой будет дэмэдж наносить и потом стараться выпилить. Скан муталисков. Блин, как же долго этот скан вообще у тирана держится. Просто жесть. Банша прилетает, Блай. Часть муталиска вперед лет. Два за геликами. Что за контроль вообще? Контроль ни о чем это называется. Так, залетает Блай на викинга. Спокойно, абсолютно. Выпиливает одного. Здесь туречка на продакшене. Вот бы туречки на продакшене не строить вовремя, когда в мех играешь. Танчик выпиливает, Блай один. Туречку выпиливает сейчас. Ну тут Блай очень жесткий дэмэдж муты наносит. А в это время-то у него третий уже добывается. В это время роучи там поперли вовсю. Строятся. Еще мутки прилетают. Кусманчик такой хороший. Так, Тор первый вышел в стек. Куда сказка? Потерянные мутки, что ли? Бабах. Хорошо, что не в самых дэмэджинах. Повезло Блай, улетело там. Два всю муталиска погибло. Причем один до Торов. Тор только одного минуснул. Оказалось, что он там за залп следующий заберет все к чертям. Так, ну на лома от Блайчика идет, Гэби стик пишет. Блайчик 1-1, молодец. Циклон вблизи, что там не загугли циклон StarCraft 2 в гугле и тебе картинку даст. Ну а я уже ничего не смогу показать, что у меня-то игра кончилась, а у вас все еще идет. Так.
Ну что, один на один, ребятки. Хатка в этот раз 17-ю, блая Газпул. Цеха Рипер Факта, стандартно, от Бистика достаточно. Ну, кстати, вот для Блая правильно сыграть другой билд сейчас. Почему? Потому что, возможно, Бистик Рипером вперед и не полетит, он будет лингов пытаться отыскать. Это да, вот тут, смотрите, он улетает, пытается лингов найти. Это даст Блая выигрыш во времени сейчас просто. Не какой-то цирк дурачков куча, что ли, я не понимаю. СМ готов. Зададим им жару. Пристройка завершена. Так, минус линк. Гелика 2, поехали. Два гелика летит сейчас. А, нет, две минки летят, не гелики. И четыре гелика едет. То есть Бистик делает примерно то же самое, что в первой игре, но в этот раз Блайб должен быть более готов. У него уже третья база есть. Хотя где он готов? Спорок нет? Ни хрена нет, пожалуйста. Минки сейчас залетят, и Блайб больно очень сделают. Ну, в этот раз Блайб отреагировал четко достаточно. Опа, одна минка вообще в газ. Как же Блая повезло сейчас жестко. Минка выкапывается одна. Закопалась назад. Ну тут спорк успеет доделаться. Блая хорошо отреагирует, что тут гелики летают. Пытается геликами расхарасить Бистик. Сбивай, Блая, медивак. Медивак можно сбить, если королевой под контроль. Ну, вот как можно так взять и не сконтролить королевой, блин. Два удара осталось. Просто подведи ее на муви вперед просто на секунду. И все нормально будет. Но в любом случае минки дэмэджа не несли, как в первой игре, и нормально все было здесь абсолютно очевидно, да, как бы. Так, здесь дрончики переезжают, на второй базе что-то 9 у Блая печально, третий уже там 17, к вам все туда ведет-то, я не понимаю, неужели не видишь, что здесь ни хрена нету? Парабанк с тебла не сильно впереди, несмотря на то, что у него 4 базы. Кстати, если Либератор прилетел, просто там пол хп, даже какой-то
две трети хп. Как не было, минус либератор фактически еле-еле улетает. Так, а там шпили всякие пошли, и не только. В этот раз гелика циклоны более такой стиль стандартный, современный. В предыдущие разы Бестик такой более олдскульный, я бы сказал, мех играл. Танки, там торы. Здесь же гелика циклоны, хелбата циклоны. То есть это такой лотовского нового патча мех, который Innovation в моду ввел очень-очень жестко. С двух октарей реактора поначалу. Ну тут не именно не так было с двух октарей реактора, но в перспективе переход такой вот именно микс. Медленно. Ну как, относительно медленно циклоны пробивали, 3 армора, но все-таки такой ДПС у них даже по 3 арморам жесткий, что камень быстро падает. А по 3 арморам получается бронированным 5, то есть из 5 3 дэмэджа всасывается 2 остается, ну в секунду 10 раз 20 ДПС остается в сравнении с 50, да, то есть... Жестко ДПС падает более чем в 2 раза. 2,5 раза получается. Так, гелик циклоны здесь ползают. Три часа Блая дает уже. Танчики, что-то хелбаты, циклоны, либератор один есть. Блая мутка, кстати, есть. А чего боится-то он? Тут вообще нечем эту, даже вот эту мутку забрать. Просто либератора минуснуть. Да, минусует либератора Блая, смотрите. Циклон раз, минус. Циклон два, минус. Пожалуйста, три. И два танка Блая сейчас заберет. В это время роучами просто геликов поймать, и все, что Блая делает, собственно говоря, ловит геликов. Танчики нашел, заминусовал. Хорошее начало для Блая. Восстанавливает две базы. Ну, хотя не начало, а средняя стадия. Начало было обыкновенное самое. Вот здесь уже хорошо все для Блая становится, я бы сказал. Причем муткой можно полететь так, чтобы в лоб пошатать вообще оппонента своего. Очень много муталисков. Смотрите, здесь всего одна туретка на танчике. Блай, зайди сюда. Куда ты? А, Блай пытается камень шатнуть. Ну, кстати, как вариант. Смотрите, Блай залетает. Один танк вот здесь, реально. На минеральной линии проблема у Бестика. Ну, там Тор, Тор и этот... Как его там? Либератор появляется. Блай рабов на мэне пошатал. 73-59. По рабочим здесь три минки жестко могут жахнуть. Так, 180, 119, еще 10 роучей Блай делает. Пытается либераторов минуснуть муталями. Одного минуснул, второй ушел. Здесь хелбаты приходят, с сплэшем роучей забирают, даже хелбаты сейчас. Еще роучи там в куче сгромоздились. Сейчас с муталисками, кстати, роучи неплохо дерутся, и хелбаты Блай разбирать. 107 на 191, что-то прям как-то Блай вообще здесь загромил. Сейчас роучи, реведжеры плюс вайперы придут и поставят точку в этой игре, на самом деле, это... Вполне очевидный момент. То есть Блай пройдет в полуфинал, скорее всего, на 6 добычи. 73 дрона. Здесь газ добывается. Нормально все, короче. 200. Ну, ё-моё. Ну, молодец, Блай, молодец. Все четко делает. Все четко. Как и должно быть. Так, можно несколько реведжеров парморфить, чтобы они... Ну, реведжеры почему выгодны? Даже не только из-за фаерболов. То есть роучи таких кучах больших, они против танков неэффективны. Почему? Танки издалека начинают стебать. Роучи рейндж маленький. Пока они дойдут, задние ряды не атакуют. Плюс они громоздятся, чтобы там вместе быть. Так. Флайт построил.
Сварм хостов, которых просто забрал мистик. А реведжеры сзади будут наваливать демеджин. Ну и было реально много реведжеров. Наморфил почти на весь газ, кстати. И идет вперед. Здесь просто либо зеленку, либо вытащить их. Я даже думаю, что уже пофиг, что вообще делать. Так, Тора притаскивает. Глай одного танчик убивает. Еще одного Торчика притаскивает. И еще одного притаскивает. ГГ, ВП, Г бистик, бистик. Так, Блай против Блю Чиза, а Блю Чиз это, по-моему, тиран, насколько я... О, Бородка Блю Чиз нагнул. Ну что же, Димага будет с Гуру Снутом победителем играть. У Димаги есть свой стрим, поэтому, я думаю, имеет смысл к Блаю пойти. Да, у Блая сегодня днюха, вот он и тащит. А Блая отдельно респект за то, что в свое день рождения он радует играми нас этими. Сохраняю везде изменения. Ну что, ждем полуфинала Блая Блю Чиз. По-моему, Блю Чиз тиран, и значит мы будем смотреть ТЗВТ. Еще одно это очень... Так, завтра в Ардивикле будет. Днем, блин, ко мне в деревню-то поехать. Сорка в среду, походу. Во вторник, походу, в деревню я поеду. Завтра раз в Ардивикле надо постримить, потому что там корейцы бьются. Да, в среду 25-го ГС уже, да, точно, точно. Завтра вечером надо это делать.
Да, задержка EVRUS. Задержка, ребята, конечно. Стримлю-то из игры, а поэтому все окей. А вы помните про то, что надо подписываться на премиум, включать отлоки и поддерживать меня и мой канал, естественно, по реквизитам описания через плеер. Ждем Блая Блючиза, это уже полуфинал. Димага тоже в полуфинале. Два украинских игрока, два зерга в полуфинале. Ну пусть Димага со Снутом уже будет. Ой-ой-ой, опасно, очень опасно там у Димаги. Если Снута катнет, будет чудом, конечно, это, но... Так, Димага уже ожидает. Ну так как там ЗВЗ, плюс Димага стримит ФП, поддерживайте Димагу на его стриме. Вот. Я буду стримить Бла. Потому что Бла, я так понимаю, сейчас в данный момент и не стримит, собственно говоря. А не, смотри, стримит Блай. Смотрите-ка, смотрите-ка, и Блай стримит тоже. Молодец, молодец. Просто стрим его на второй странице, так что можешь тоже заходить, поддерживать. Такие дела. С братком, браток Блючизу проиграл, я же говорю. Кстати, после вот GoFSK могу я запись, в принципе, GoFSK напилить. Что смотреть больше нечего будет. Далее. Nation Wars я уже выкладывал, в принципе, сегодня. И сегодня запись ставил, поэтому смысла не вижу ставить. Не, ну можно еще раз финал поставить, там слишком долгие паузы, короче, там надо сидеть, перематывать реально мне, как бы, вот, в прямом эфире это одно, паузы ждать, а на записи пауза, как бы, а я хочу пойти под, ну, подышать воздухом, да и там, дома уже как 3 дня не был почти что, потому что, ну, 7 утра GSL, сегодня в 11 утра, ну, 2, получается, 2 суток. А до этого в бане был вечером, то есть не был как бы дома, получается, там быстро туда-сюда. Потом GSL позавчера, вчера, точнее, сегодня флеш против... Уинтера95 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, как дело, удачи, как Чарлик. Что-то давно их не видно. Спасибо, Уинтере. Маш, все нормально, просто сюда не заходит, как бы, вот. А особо сейчас часто, ну как-то были недавно. В садик-то не ходим сейчас пока что. Болели, вот. Но Чарли где-то дрыхнет там сейчас, корыться сушит свое. Нагулялся сегодня с Машей, с бабушкой. Много. Так.
Ну что, давай Blue Cheese сегодня отвлекаемся. Опа! Blue Cheese, никнейм у Blue Cheese, а чизит-то кто? Конечно же, Блай. Ну тут разведка идет, и сейчас, блин, Blue Cheese все спалит. Заходит Blue Cheese. Хатки-то нету. Где хатка? КЗ, где хатка? Где? Прокси хатка от Блая, черт побери. ЦЦ-ку что собрал ставить? Вот ты даешь. Какая ЦЦ-ха-то, брат, ты че? Это же Блай. Варелик, ты чё, блин? СЦХ на ХГ. Роуч Ворон, второй газ. Blue Cheese это всё не палит. А зря он всё это не палит. Улучшение завершено. Я не знаю, как там Блай стримит. Это его дело, там задержка, без задержки. Так, Рипер прилетает, блючизовский. Если он будет хорошо контролить блючиз, он может минуснуть. Тут много собак. Собак рабочих. Ну и собак может тоже. Есть у нас что, овер заказан, да? Да, и один роуч дома. Ну вот, пожалуйста, этот роуч контрит как раз этого наглеца Рипера. В 2017-м не успеть бункер против Блая запилить. Вот это фейл. Ну, Blue Cheese, ну, Валерьян просто. Все-таки дострою бункер. И вычинит сейчас. Да не, не надо было его туда крошить идти. Три реводжера поперло. Сейчас четвертый будет заказан. Че Блай? Че Блай тянет? Четвертого надо делать. Рипер полетал. Рипер в тылу. Рипер в тылу у Blue Cheese тусуется. Винтере. Ну, я не знаю. Гуфсы просто бывает комп, короче, нужен, поэтому. Ну, как бы неудобно. Я как бы там где-то ковыряться смогу ВКонтакте там или что-то читать, а чтобы посмотреть со звуком что-то, как посмотреть, не посмотреть. Так, Рипер на майне у Блая. Ну, Блая нужно пробивать бункер, понимаете? Бункер пробивает, Блай. Мародеры минусуют, депошечку минусуют, но реводжера одного отдает. .48-33, Рипер тут достает Блая на мэйне. Да, один фаервол, я чуть не понял, вот только вот единственный. Не знаю, по-моему, Блаю стоило бы сейчас зайти. И минуснуть этот бункер, роучи вперед вывести. Фаерболы сюда по рабам, чтобы они вычинить не могли. Пару залпов, и все, бункера бы он минуснул бы. Что в макро-то Блай не переходит. Вот в чем прикол. Все, он сейчас ошибается, как и лейзер против инновейшена. Блай, конечно, не против инновейшна играет. Так. Ну, Асбир 1000 приходит. Владимир Николаевич, спасибо за стримы, бро. Спасибо большое. Вот. Так, пробил Блай бункер. Я пока читал сообщение. Не заметил даже, как это происходит. Так, 22-48, конечно, Блай дожал Blue Cheese. Бункера нету. Блин, чё тиранотанк не любят подстроить-то по такому раскладу? Ведь даже бункер не спасает, потому что фаерболы бункера очень жестко шатают.
Так, ну Блая надо зайти, Блая пока не рискует. Блая боится очень сильно заходить. Сейчас 3 плюс роуча выходит еще сюда. Кстати, 3 плюс роуча вот эти, они танканут сейчас, и нормально будет. Так, надо идти, не бояться. Что Блая боится-то? Вот, заходит наверх. Блючиз отступает. Пытается Блая отступить. КСМ Блючис опять вывел. Вроде как отбивает. Смотрите, экономика никакая. Медиваков-то нету. Все демедженное в хлам вообще. Реводжеров Блючис тут пытается выпилить. Не, братан, ты что-то наглел вообще. ГГ. Ну, это не инновейшн. Сразу видно Блючис. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Шатал-шатал и зашатал. Просто Блай. Ну, такие вот дела. 1-0 Блай. Молодец. Ближе к финалу становится... Пусть в другом матче ЗВЗ, если Блай выйдет, точно ЗВЗ в финале будет, но если Блай выйдет, точно наш игрок будет в финале. А это самое главное, и вообще на пофиг мне, какой там матча будет. Так, пора успокоиться уже. Так, а чего хост-то не создается, не понимаю. Блин, выпил кофе, как-то вообще такое состояние странное стало. Тут голова болит, что-то живот болел. Вообще как просто, как переутомление какое-то, что ли, не знаю. Это как, не знаю даже как назвать. Так, а я первый старик еще не выложил? Да, судя по всему, я первый старик еще не выложил. Ну ладно. Поехали. Выложу попозже.
Так, вторая игра. Блай Блю Чифс, ребят. 1-0. Ведет Блайчик. Погнали. Так, кого там дропают, я еще не понял. Моралика, сабля. Отпуск возьми, да был уже отпуск. Уже пора начинать, Кэлла. Ну что, ребята, факторочка здесь у Блю Чиза. Steam делается, 16 мариков перед рук билд у него. Сейчас Рипер полетал, покидал тут гранаточки. Сейчас скоро муфу лингов уже, кстати, будет готов. Через 4 секунды, если быть точным. Но линги демедженные какие-то. Рипер облай минуснул. Здесь, кстати, какой-то забегание. КСМ-ку сгрыз. Причем линк, который сгрыз, убежал. Самый проворный оказался. Здесь два медивак, сколько мариков уже? Здесь 11 штук всего. И больше не строятся. Еще же чушь вообще. 13 мариков. Надо заказывать. Марики не заказывают. Какие-то там инженерка строится в проходе. Еще депуха одна. Короче, вместо того, чтобы мариков закатить и полные медиваки засадить, блин. Это странная манипуляция делает тиран. Ну, хотя только одно место будет, в общем-то, не забито. Мариков 15 штук здесь есть. Минусует линга Блючис. Берет все, летит вперед, прям через оверов, конечно. Надо выбивать овера, значит, Блайчик отводит немножечко. Овера не выбивает, так можно и овера не выбить, и здесь ничего не выбить. Вот в чем проблема.
разгружается в ключи с крипт-умор минус. Ну, кстати, в этом направлении крипт-уморы пилить не очень было со стороны Блая, ведь очевидно, что тиран сейчас их начнет шатать, 10 менять надо было. Еще Блая вообще ему не контролит. Крипт-уморы важный момент очень. Прям под мариками еще крипт-умор давайте запилим. Лингов что-то Блая не хватает очень сильно. Пожалуйста, блючи, весь крип вообще Блая отменяет. Королев пошатал. Линги тупорезят-то как, а? Жесть! Просто. Это ГГ Блая вообще. Просто на ровном месте Блай какую-то херню отмочил вообще. Так, ну тут продолжает Blue Cheese шатать, два раза больше лимита сейчас. Есть щиты уже, со щитами тройной передроп на мейн идет. Ну вот не умеет медиваки местами Blue Cheese менять. Умел бы так. Хотя тут и так, по-моему, минус Блай, ребят. Так, отменяется там какой-то Беллинг Нест или что-то там отменяет Blue Cheese, я сейчас не понял. Да, похоже, это был Беллинг Нест, троющий угла. Сейчас минус Лэйр будет просто. Да, минусует Blue Cheese Лэйр, отходит чуть назад за крип. Он стимится-то столько еще, предыдущий стим не кончится, он стимится 500 раз. Марики минусуют все, но тут наркоманы просто раскуривают вообще. Надо улететь. Blue Cheese улетает 8 мариками еще на одном медиваке. Но это победа для Blue Cheese. Была я очень сильно наошибался в начале. Идет Blue Cheese вперед. Короче, как бейнов не было, так и нет. Дроны эвакуируются. Ну куда тут от наркоманов этих денешься? Они везде. Хата третья минус. Марики вылеченные все уже. Нужно идти на вторую базу просто добивать уже. Здесь минка, кстати, по кому-то жахнула. 5 юнитов убила, между прочим. Блай до конца гейминг свой типичный демонстрирует. Не сдается что-то вообще. КСМ атакован. Улучшение завершено. Брось с дороги! КСМ готов! Месторождение минералов. Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Так, полетели марики вперед, короче. Опять на мейн двойной здесь. Этот четверной дроп, который, ну, уже не полный, конечно. Ну, тут 23 марика, это много. Так, на мейн дропщик залетает. От Blue Cheese. Блай его видит. В это время Blue Cheese на второй просто заходит. Один медивак потерян с 8 мариками. Прям сразу здесь. Здесь заходит крипт-уморов. Вообще не задел практически. Каном Blue Cheese.
Ваше месторождение минералов выработано. Призыв готов. Кому наверх? Самого маленечко что-то подгорает. Ключи из России, да. Дагестанские македонцы, македонские дагестанцы там, или кто он там. Сейчас я скажу вам. Словацкие дагестанцы, дагестанские словаки. Короче, как-то так. Репку смотрят, 1-1. Лайки там повторы все смотрят. Сколько у тирана АПМ? Да хз, сколько там АПМ? Я думаю, что больше 200, как бы. Но у Блючиза, по-моему, не дико гигантский. В районе 200 примерно, как бы, вот такой вот. Блин, говорил же, что сетка в описании. Что вы тупите все, короче? На СК2 ТВ. Так.
Потому что Блай более стандартно действует. Димага проиграл Снуту, это печально, конечно, что Димага проиграл Снуту. Ну, надеюсь на Блая. Блай Снута, кстати, шатал не так давно, то есть, если Блай выиграет, вообще неплохо будет. Может и, может и одолеть Снута в свой день рождения, Блайчик. Пока 1-1 счет, как вы понимаете. Прекрасно, я думаю. Так, здесь Блай заходит, пытается подгрызть КСМ. Одного удара не хватило, мог вот эту сгрызть. Ну так, поразводился, цеху задержал немножечко. Ну, уже карту Дима берет, уснуть, это хорошо. Так, здесь опять дроп 16 мариков готовится. У Блая Evolution пошел. Evolution это, видимо, для какого-то грейдика. Так, у Блая тут 8 дронов. Сразу же на треть переводится. Но сокращает блющиз популяцию до 7 сразу же. Королева Рипера прогоняет, правда. Ну, посмотрим сейчас, как первый урыв этот с мариками будет. 1-1 Блай делает, королева добавляет. Дронов все больше и больше у Блая становится. Так, тут Блай пытается окружить Блючиза, смотрите, как подокружил его сейчас лингами. Пытается выпилить королеву Мендивайки. Выпиливает в том, в котором Марики сидят, это полный вообще привет, так, Астик. Так, здесь Минка делает залп, линги прибегают, здесь тимятся Марики, здесь есть чем отбиться Блючизу, в общем-то. Начало для Блая очень крутое. Посмотрите, 53-41 по рабам в его пользу. Макро хата уже на мэне. 1-1 доделывается, армур готов кугать. Чулейр пораньше заказал бы, было бы вообще хорошо. Газ на второй заказ не добывается вообще. На третий 23 дрона. Ну что вот за распределение такое? Переведи ты с третьей сюда. И все, точка, и точка сбора до сих пор сюда ему. Что за чушь вообще? Так, здесь Люкис овера заберет, но это понятно, это не особо навредит Блаю, саплай блока нет. 1000 минералов у Блая, короче. То есть и макрохату надо, получается, чуть раньше было делать.
здесь все еще 18 дронов. Ну, как-то раньше я замечал, Лай более грамотно рабов сплитил по базам. Инъекция на мейн. Надо королеву одну из этих привести, либо здесь новенькую заказать, чтобы она инъекция в эту хату делала. Потому что иначе будет макрохата это, ну не то чтобы бесполезно, да, она сама личинки же производить будет, но нужно больше личинок производить. Здесь 20 дронов, газ нужно добавлять, что-то была я добавляю. Тут газ я вижу. По рабам плюсе. Здесь попытка 3 часа пошатать идет. Ну, тут 3 часа не пошатать. 2-2 Блай заказывает. Бючис тоже сейчас 2-2 прям сразу сможет заказать, кстати говоря. Так, 3 барака без реакторов. Что-то прохлада какая-то. Пошли 3 реактора. Плюс Мариков продакшн будет. 3 штучки по сравнению с тем, что без реакторов, да? Ну и плюс 6 от отсутствия этих бараков. А это серьезная заявка. Сейчас может 3 марика все блющи строить, а скоро 9 сможет. За заказ. Тут либератор что-то на халяву пытается шатать. Королеву зашатал, конечно. Королеву пришли. Инъекции можно несколько кинуть сразу в 2 хаты. И это будет хорошо. Так, здесь криптуморов много, поэтому вперед еще блайка скидать. Пошли инъекции. Да по ним по одной, по несколько сюда через shift. Сюда-сюда бы напилил бы разными королевами, да и все. Четвертая не прикрыта. Полемиты очень близко идут. По рабам сравнялись же Блай с Блючизом. Еще Талинги прибежали, отдались на третью базу Блючиза. Ну, кстати, обороны особо нет. Стенки, посмотрите, что это не стенка, но это лунтик депошки называется. А если ты строишь здесь, поставь ты вот, раз, два, вот так вот обруби, вот до этой хреновины просто стеночку делай, и не будет так заходить. А здесь, прикиньте, линги вот так вот боринги обходили, а здесь уже и юниты стоят. Затекает Блай просто мат боренгами сюда. Минус минки, минус вся добыча на третьей базе. Ну вот последняя минка, кстати, неплохо заминусовала. Депохи пошатал. Здесь что-то марики ставят, вообще ничего не делают. Ну и все нормально по экономике. 2-2 Блая готовы сейчас будет. Хай вонит, чтобы там грейды продолжать делать. Здесь марики уничтожены, надо сесть и улететь. Чист не сразу садится, поэтому часть погибла. Так, здесь медивак на дальней базе, на четвертой. Летает с 8 мариками. Что сделает, непонятно. Чуть на орден Тарсона Блючиз сейчас не напросился, смотрите, ЦЦха еле живая. А здесь 40 кп осталось, можно было отменить. Еще по один беллинг взорвалось бы. Минус 400 было в строящейся вот этой цехе. Блючиз что-то не достраивает, 48-108, но тут как-то Блай доминирует, по-моему, с перебором причем. На беллинг не стоит так. Хорошо бы развел минку сейчас. На зал заходит. Под либератора в минке. Не только по Блай юнитам дэмэдж наносит, и по своим блючизовским. Блай тут в рампу уже врывается. 120 на 103 по лимиту. Инженерки убивают. Беллингами, кстати, убивают, что самое интересное. Ну, что-то Блай... А, Блай здесь законтроливается против дропов. Инфесторы идут. Сюда все будет на F2, блин. Куда ты побежал-то, ё-моё? Здесь марики все уни. Давай сейчас проиграем. А ведь проиграть можно. 70 лимит. Смотрите, блючиза. Да кинь ты микосты, ё-моё, Блай. Чё творить, а? Кидает микозы. Трансфьюзы в каску есть. Ну, отбил. Молодец. Блючиз еще умнее, как чем через порки. Королеву улететь отдать медиваке не придумал. Боевой лимит сравнил с ним. Все-таки было здесь тяжеловато будет отдаться. Несмотря на все свои грубейшие ошибки в конце. Вот если бы не вот это мув,
тех мариков принял, уже бы, наверное, ГГ Blue Cheese написал. Но там они дэмэдж нанесли. Что неприятно, конечно, уху. Простите, но рабочих на 20 больше, все равно было 57-37. Хитрый лайк. Хотел на мариков минку согреть. Торос 2-2 сгрызает, мариков сгрызает, что-то блючи забыла вообще разваливает к вам. Один плюс на третий побежал. Он здесь внимателен. Блючи все видит прекрасно. Инфест Тирана от Блая. Надо ли было всеми инфесторами вот столько инфест Тирана покидывать? В итоге энергии на Мехус не осталось. А Блючи сдропнулся в очередной раз и убил Блая четвертую. Ну, Блая 4 ультрала, там адреналин доделывается. Что-то Блай слишком на... Оп, ультрал вышел. Закрошил тут ультрал не слабо. Нет, королева с этой стороны одного вообще на удар медиваку. Другой тоже вообще 68 хп мало. Ультра приходит, плюс инфеста Тирана. Наконец-то ГГ долго, очень долго, конечно, все тут происходит, блин. Инфеста Тирана Тора выпиливают сейчас. ЦЦ Фоблай, блин, Орден Тарсона хочет сделать. Лючизу, что я не понимаю. Да иди ты добивай его уже, ультралов до хрена, блин. ГГ, ты сейчас Лючиз, ну сам все понял. Наконец-то ушел. Так, ну что, Блай снут за ВЗ финал. Если бы по старым правилам Блай уже 50 евро выиграл, но по новым еще нет пока.
Так, ну что же. К сожалению, Снут шатнул Димагу 2-1, и Блай против Снута будет играть. Так бы могло бы быть Блай против Димаги даже. Игра, но не получится так. Ну а я вас всех приветствую в очередной раз. Благодарю за внимание и, как обычно, прошу поддерживать меня и мой канал. Подписывайтесь на премиум. По реквизитам описания через плеер поддерживайте и отблоки отключайте. Так, тезис на Яндекс приходит за продвижение StarCraft Mass. Родина тебя не забудет. Спасибо тебе большое. Кстати, я не добавил ни хрена людей. Владимира Николаевича. Телефон надо поставить на зарядочку, а то что-то. Во. Отлично. Спасибо всем, пацаны. Так, захожу в игру.
Ну что, ребят, Блай против Снута. Полагаю, что это бо 5, и вот вы видите начало, оба играют через пул первый без газовой. Так, секунду. Помой лицо. Что-то у меня вообще. Успешно создана. Так, ничего это не дает на твиче команда сетка, но я могу вам скинуть ее вручную сетку. Вот. Ну что, ну что так Блая прибежал? А Блай у Снута бегает, ковыряет дронов. Ну, Снут внимателен, Снут это вам не первый Зерксрон Блай играл. Ну вот, смотрите, Блай потерял два линга. Погодите. Блай Снута у дрона где-то там заковырял. Не знаю где, но молодец Блай, короче, говорит. Лейер у Снута пошел, у Блая пока нет. И Evolution заказан. Ставлю 10 баксов, что первая карта будет быстрее 1 минут. Куда ты их ставишь? На полку ставишь или себе ставишь куда? ЗВЗ вообще как бы быстрее 8 минут много игр проходит. Блай тут что-то линги мастер, смотрю, прям активно очень. Блай пытается Смут овера заколупать. Надо своего подводить ближе тогда. Хотел хитро Блай бежать вокруг тут Смута. Ну, что-то как-то не удается было ворваться здесь, очевидно это, да? По-моему, абсолютно. Да куда нет? Ну, пусть он пилит здание там лишнее. И все, не надо лингов сливать, такие пачки просто гигантские. Кроуч выходит. Нахрен, куда ты грызешь? Просто уйди, лингов сохрани, засейви, блядь. Третья на золото ставится. Ну, знаешь, так, кроуч вон, да не, какие тут. Вообще прохладно, ничего Блай даже не убил. Отменяет ну, все три здания, короче. По рабам плюс, по всем параметрам плюс. Лейера. Лейера у Блая нету. Плюс один, зато Блай его на дело отменить. Хорошо, будет шанс хотя бы по лингами грызть. Ну, Смут не дурак, Смут шпиль ставит. Ведь лейер же есть у него. У Блая только заказан. Лейер нужно крип до золота дотянуть обязательно. Нужно спорок сделать. Так, пошел Блай ковера Снуту ловить опять, ё-моё. Сейчас улетит на хв, подсветить нечем. Ну вот лингом Блай подсветил, молодец, минус. Так, ну Блай на золото, смотрите, переводит дронов оуч. Прям много, 8 роучей заказано. Но у Снута есть шпиль, и у Снута мутка поперла, блин. Неужели это не считается, блин? Блай очень много роучей мастит, но мува еще туда близко нету. Сейчас мута прилетит,
Вот нет, чтобы по спорке запилить. Запилить здесь Блайз порок по одной штучке, он бы вообще бы в плюсе был в гигантском. Блайз же что-то туканит вообще. Ну, короче, я думаю, что здесь, ну... Так, Мусковит Блайз спорку он будет ставить. Ну, неужели? Ставят спорку, на золото надо выходить. А что толку-то? Все, поздно спорки ставить. Уже мута прилетела. Ему-то много. А Роучи без мула. Так, вводит. Дроны все у Блая, короче. Да это провал полный. ГГ. Роучи пошли вперед. Мула еще нету. Здесь тоже Роучи есть у Снута при этом все. Королев Снут выпиливает в легкую. Просто спорки выпиливает. Может, Роуч Ворна сейчас даже попробует убить. 20-86 парабам. Короче, не тайминг мува, не тайминг плюс один, ничего у Блая здесь ненормально вообще, как бы. Сейчас вот он тут зашел. Ну, кстати, вот Снут отдался по частям сейчас, получается. Блай выпиливает ему много всего здесь, но проблема-то в чем? Так, надо на мой куда? Вот что вот эти четыре роучи здесь хочет ими Блай сделать, не понимаю. Хату убить? Зачем ее убивать? Дронов нету там даже. У Снута выходит роуч. Ну, плюс один бы хоть у Блая было, хоть в чем-то преимущество было бы. Мута прилетела, короче, Снут с приростом везде здесь отобьется сейчас. Блай на золоте добычу восстановил. Роучи у Блая не останется, у Снута как раз появляются они. Сму много, роучи очень. Короче, по боевому лимиту печаль полную Блая будет. Плюс у Снута плюс один, то есть он в тысячу раз позже Блая там начал опять же роучи после мутки построить. А тайминг такой же примерно. Ну тут плюс один, конечно, даже и не перевернуло бы. Здесь перевернуло бы просто по спорке, имея Блай сразу на каждой базе. Он вообще бы дэмэдж не получил практически. И роучи вот это забегание стало бы, ну, очень эффективным. Потому что экономика другая бы была совершенно. Но пока еще Блай держится даже здесь. Ну, тут, наверное, плюс два пошло, например, на ТД. Так, сам Рейвенджер в замену все углаю. Пятнадцать дронов Блай строит, пытается нагнать. Кстати, почти нагонит с этим до заказом рабочих. Ну тут, блин, слишком большое преимущество по лимиту у Снутика. Хотя, если держаться, Блай сейчас каким-то образом, непонятно, правда, каким, то шансы есть нагнать еще. Каким, я действительно хрен знает, Блай, держаться надо образом так долго. Летает, муточка шатает. Тут 99-142, ребят, что-то мне... Я извиняюсь, как-то мне самочувствие испортилось, что-то я не понимаю. Может, что-то съел не то, живот у меня приболел, и как-то сейчас такое прям состояние просто, ну, как будто, не знаю, плохо как-то, не знаю, как будто там заболеваю, что ли, я не знаю. Вот. Надеюсь, все будет нормально. Как-то прямо вялость напала. Тут все понятно было, что Муталиска Блай не ожидал, получил крит дэмэдж, и вы видите, что Снута просто 200-150 было при нападении. И даже все эти королевы Блаю не помогут совсем. Эпис Блай. И Снут идет за 100 евро, конечно.
Ну это по 5 и до 3 побед еще у Бла есть шанс перевернуть. Но к мутке надо быть готовым, ребята. Иначе печаль полная. Ну что, ребят, вторая игра. Блай проигрывает 0-1, Снуп взял первую карту, вторая карта эхо, поехали. Финал, бо 5 должен быть. Конечно, могут иногда игроки договориться, что не бо 5, там, а бо 3 играют они, но я думаю, что нет. Здесь скорее бо 5, чем бо 3. Так, ну в этот раз у Блая газец пораньше, чем у Снута. Ну, Снута чуточку пораньше королева, чем у Блая, зато заказано. Ну, у Блая сразу мув пошел и 4 линга заказано. С мувом Снут 2 линга дрона делает. Парочку лингов от Снута пришло. Блаю третью пытается подгрызть Снут. Считаю, Блаю одну королеву повел, увел в итоге непонятное действие со мной Блая. Так, линги сагрились на королеву, но одна у Блая из-за этого минуснет, за то, что так сагрились они королевой.
А уснут и лейер какой-то, ну, очень ранний. У Блэя, кстати, тоже лейер. Но при этом и третий он ставит, не стесняется. Так, ну то муф роучем, посмотрите, плюс один. Блай, даже роуч ворона нету сейчас. Просто ужасно, короче, просто ужасно это для... Ведь видит же тайминг третьей хаты, Блай. И я просто понятия не имею, почему как бы он настолько не готов в итоге оказывается. Вот вместо этих лингов сейчас бы дронов запилить, и потом уже роучи начинать Блаю строить. Он предпочитает лингов, чтобы здесь понапрягать, построить. Ведь личинки не бесконечные. Просто тайминг выхода с роучами у Снута будет просто крутейший. Как бы он Блая, у него уже есть 5 роучевых устройств, это 13. То есть Блая нужно 13 роучей примерно успеть настроить дома здесь. Причем у него ни плюс один нет, как бы линги бесполезны практически, ничего нет у него здесь. Ну, Блая зато шпиль через там 15 секунд будет готов. Ну, сейчас пойдет роучами вперед просто. Так, Блая заходит. Королеву минуснет сейчас. Так, минуснул королеву. Крептумор пока не минуснул. Пытается. Да блингов не тебе, ё-моё, надо забежать. 9 роучей Блай строит. Овера 4, ё-моё, supply блок. Ну, то 500 оверов плюс, то а в итоге оверов просто нет. Здесь, ну, что-то бегает за лингами, роуч в итоге вперед не выдвигается. Вот сейчас могла бы быть роуч плюс мутка еще, как бы, например. Но у Блая в итоге не, роучи недостаточно и мутки нету, как бы. Заходит снут, там плетка на ХГ на третий. Да. Ужасный ключ бой для Блая. Я думаю, что здесь уже... Хотя нет, отквыряться, будем посмотреть по рабам, по грейдам, здесь плюс 2 уже пошел, подземный мух уснут, уснут делает все логично. Просто дожмет Блая. А Блая, блин, ну вот я не знаю. Значит надо до муты, значит надо было лингов строить, тянуть время до мутки просто пытаться. Так, 8 дронов еще Блая делает. И плюс один на воздух заказывается сейчас. Так, что-то Блай бегает туда-сюда, не понять что. У Блая есть мутки достаточно много. Перекапывается плетка, нужен оверсир. Оверсир будет через 2 секунды сейчас у Блая. Вот он готов. Роучи снутовские заползают. Минус плетка очень быстро принимает Блай бой здесь. Мутка сзади помогает, конечно, роучам. И неплохо, я бы сказал, она помогает. Даже, наверное, Блай выпилит снута сейчас. Ну, грейдил. Сейчас, если бы снута плюс 2 доделалась, Блая такая вообще была бы жесть вот, в игре будет сейчас просто. Блая не может элементарно погнаться одной группой, другой за другой. Часть роучи вообще на мейн Блая заходит снута. Блая вообще этого даже не... Ну, может, он и спалил, но он не готов. 5 уже дронов выпилили.
останется, бывает королев минус нуть. Трансфьюзов уснуться миллиард просто. Решил до конца биться с королевами, так биться с королевами, блай. Гидра достроилась. Заказанная, когда он только-только биться начал, что самое интересное. Лай плюс две хаты строит. Маловато, мут как-то. Видит байлай, два гидралиска, одного минус мув. Еще пару, есть тройку. Версир минус, короче, будет. Саплай блока нет, ну близок саплай блок. Там мув у гидре, у снут сейчас будет. Снут сейчас 2-1 грейды будет на роуче гидре. Ооо, это вообще жесть. Приходит снут Блая аннигилировать уже. Да, тут как бы снуткой нечем. Снут убить, но он по земле все убьет зато. А мута ничего здесь не убьет Блая. Ты выключи стрим, ты Блай выиграет игру. Ты уже говоришь, когда Блай проиграл игру фактически. Ты есть задержка здесь. Ничего, прыгаем в игру. И ждем остальных всех. Ну, кстати, может быть, Варди не сможет законнектиться, поэтому придется ределать. Так, Варди просит, чтобы ему там... Так, секундочку.
Объект Улей. Так, ребят, охренеть можно. Я все это время комментил без микрофона. На расслабоне, правда, но это вообще печаль полная. Что-то плохо мне как бы подотравился. Чем сегодня такое ощущение. Хотя вроде ничего такого не, но здесь я съезжу маму. Сало, конечно. Ну, бутерброд один. Либо кофе, как бы, так не знаю, что, в чем прикол, но... Сразу же, как это кончится финал, я закругляться буду, соответственно, вот. Ну, запись, может быть, поставлю. Я кликаю, кликаю, как бы, вообще, вот это фейл. А куда, где я был-то? А, я звонил домой, ё-моё. И забыл, просто я минут 7 сейчас что-то говорил, и вебка, и микрофон выключен был. Так, ну, снуд пушит Блая. Снута плюс 2, у Блая плюс 2 не заказано, короче. Лимит боевой близок очень. Тут третью Блая убивает. Короче, это ГГВП, ребятки. Блая 15-74, 3-0. Ну, я смотрю, Блая особо не старался. У него сегодня день рождения. Как бы он куда-то там спешит, говорит, быстрее, быстрее. Что-то там, наверное, кто-то где-то его там ждет. Я хз, короче, что там к чему. Вот. Короче, снуд вообще Блая не отпускает, он в лоб давит, короче. ГГ, Блая пишет 3-0 снуд. Делаю стоп-старт без задержки, возвращаюсь сейчас.